На улицах Мадрида сотни активистов по защите животных требуют запретить корриду. Демонстранты несут плакаты. Пытки – это не искусство и не культура. В надежде, что это поможет наложить в Испании запрет на жестокость в отношении быков. Глава организации по защите животных говорит, что был разочарован, когда испанское правительство присвоило боям быков статус национального наследия. Мы здесь сегодня помогаем нашим испанским коллегам, которые протестуют против решения Совета Мадрида объявить бой быков культурным наследием. Ни в Европе, ни в мире этого нельзя признавать. В протесте участвуют около 2500 человек. Организатор – группа против жестокого обращения с животными. Несмотря на то, что коррида давно укоренилась в испанской культуре, демонстранты высказывают мнение, что эта традиция уже не соответствует времени. Мне очень стыдно, что я испанец. Когда я слышу об этих преступлениях, и когда люди говорят, что эти пытки являются культурой, то для меня это дико. Это больше похоже на прошлое столетие. Никакие аргументы не могут оправдать бои быков. Это жестокость в отношении животных. Бои заставляют их страдать, что не является культурой. Однако бой быков остается вторым по популярности зрелищем в Испании после футбола. Ежегодно в стране убивают около 12 тысяч этих животных. Главным местом событий является арена Лас-Вентас. Многие испанцы и жители других стран неистово преданы боям быков. Активистам по защите животных это создает серьезную оппозицию. Если они не любят бои быков, тогда пусть не идут на них смотреть. Тем, кто любит бои быков, нужно дать возможность ходить на них. Это культура, которая должна у нас быть. Конечно, нельзя запрещать бои быков. Это то, что у нас в Испании является лучшим национальным празднеством. В марте горячие обсуждения вокруг этой темы развернулись в парламенте Каталонии, испанского автономного сообщества. Здесь бои быков хотят полностью запретить. Однако в других частях Испании коррида по-прежнему популярна. Так, в Севилье, Мадриде и Памплоне проходят масштабные бои быков, а ведущих матадоров считают настоящими знаменитостями.